Дорогие друзья, ну что ж, без лишних слов я хочу пригласить на сцену великолепную, потрясающую, вашу любимую и нашу, без сомнения, тоже, Мариан Мирабову, дорогие друзья! Мариан Мирабову! Живой воды.
Я хочу следующую песню, если вы не против, посвятить моему глотку воды. Это моей мамочке. Мамочка. Все, что я делаю в жизни, это для тебя. Мам. Любовь моя. Да, это моя мама. Ладно, я не скажу, сколько тебе лет, но я горжусь. Любовь моя, все, что я делаю для тебя. Это мой глоток воды. Я тебя люблю, мама. Республики Татарстан.
Я хочу посвятить ее миру, который создал Господь. И чтобы мы его так и держали. Таким же прекрасным, каким Он его создал.
Можно я посвящу моему детству? Можно? Я родилась в семье тбилисских армян, а родилась в Ереване. Вот так. Мама по работе поехала в Ереван, там родилась я. И я хочу сказать, что были три джазовых мекки на Кавказе и за Кавказе. Это Ереван, Баку и Тбилиси. И там всегда был джаз. Там всегда жил джаз. И я с детства слышала одно произведение. Слышала, любила. И вот, видимо, настал момент его и исполнить. О памяти великих музыкантов, и в том числе, в первую очередь, Константина Арбеляна, вокалиста. Сделал Сергей Васильев. Пьеса Андрея Шпай. Не скажу, какая. А вы пойте со мной.
Thank you.
Марьям Мирабова! Сергей Васильев! Заслуженный! Артист Российской Федерации Сергей Васильев! Я правильно сказал, да? Пока еще нет, но Республики Татарстан. Российской Федерации, конечно. А Республики Татарстан, надеюсь, Российской Федерации, потому что потрясающий музыкант, величайший музыкант и филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан! Ты смеялся, да, надо мной? Это нормально.
Sweet song.
Сергей Минаев, соло на альт-саксофоне. Роман Мальцев, соло на трубе. Наталья Железных, соло на рояле. Николай Кириллов, соло на перкуссии. Эдуард Нурулин, соло на ударной. Марат Бабаев, первая труба, лидер оркестра. Все вместе, Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан.